брат Петр с Петром посидели, чай попили, у нас было чаепитие, и поговорили, и ну, наши ребята, такие братья благословенные, я говорю, Эдуард, я, ну, вот, если Петр есть свидетельство, пожалуйста, в следующее воскресенье приходите и поделитесь с нами. И я не знал, о чем сегодня будет Эдуард говорить, но я знал, что все будет хорошо. И слава Богу, что Эдуард поделился своим свидетельством, и это для славы Божьей. И я верю в то, что от церкви очень много зависит, что от того, как мы живем, от того, как мы молимся. Я хотел буквально пару слов сказать в отношении того, что такое церковь. Библия нам говорит о том, что церковь – это собрание верующих, это экклесия, это вызванные среды, это те, кто собраны в определенном месте, собраны для какой-то определенной миссии. Это тело Христово, Библия так говорит, что мы на самом деле не может глаз сказать да, руке, что ты мне не нужна, или ухо не может сказать ноге, что ты мне не нужна, потому что мы все одно во Христе Иисусе. Я, например, вот братьев увидел, у меня в сердце, это свои, это наши ребята, это христиане, живые, возрожденные, и поэтому у меня как бы так, ну это критерий для меня о том, что я бы хотел, чтобы они засвидетельствовали, потому что они приехали из горячей точки, да, ну, хотя сейчас они в Днепропетровске, но все равно из Донецкого региона. И в моем представлении церковь – это сам Иисус Христос. То есть, если смотреть в чистом виде глазами Евангелия, Христос, Он сегодня продолжает нести служение, и Он хочет, это Его желание. Его желание – нести служение через нас, Его желание – нести служение через людей, через своих. Через свой народ, так и Библия говорит, что он избрал себе народ особенный, для всякого доброго дела приготовленный народ. И можете себе представить, что Иисус Христос несет служение только раз в неделю. Да? Но это было бы странно для Иисуса Христа, на него это было бы не похоже. В моем представлении Иисус, он служит 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, и он даже не спит, потому что сегодня он не нуждается во сне. Ну, если когда он был во плоти, он нуждался еще во сне, чтобы уйти на гору или в пустыню, чтобы отдохнуть, чтобы восстановиться, чтобы побыть с отцом, сегодня он не нуждается. Его тело прославлено, его тело сегодня имеет особенные такие, ну, на самом деле, способности, которые нам не даны, но еще одна из способностей о том, что мы являемся клеточками его тела, и мы функционируем, потому что он так захотел, это его такая воля. И в моем представлении церковь – это, да, это довольно широкий диапазон. Я вполне допускаю, потому что это и мой путь. Я пришел когда-то в церковь, был поиск, я ходил по разным церквям, и был и в православной церкви, в католической, в лютеранской, в баптистской, у адвентистов седьмого дня был, где я только не был. Я был в мечети, я читал Коран, я был в других деноминациях, я общался с кришнаитами. Но в конечном итоге я выбрал для себя то, что принесло мир моему сердцу, то, что зарядило меня буквально чем-то новым. То есть Бог через христианство дал мне новую жизнь, дал смысл. В Библию я нашел все, я хочу сказать все, абсолютно все ответы на свои вопросы, бесконечные вопросы. Я искал, я копал, и в конечном итоге получил, я получил полное удовлетворение. И поначалу и я тоже, да, я тоже ходил раз в неделю, иногда там только по праздникам, иногда я ходил чаще, иногда ходил реже, иногда вообще не ходил. Были какие-то, было, ну, там что-то, какое-то неприятие, было какое-то ожидание от служителей, что они должны быть вот такие, в моем представлении, они оказались не такие, были какие-то разочарования, но в конечном итоге, когда Бог постепенно вот так вымел все то, что не нужно ему, все то, что ему не угодно, все человеческое, все мои какие-то вот такие, ну, мои домыслы человеческие, представления о церкви, то я понял, что церковь в идеале, конечно, это такая, знаете, просто, это не организация, конечно, это живой организм, который, он, знаете, вот на самом деле, он на сегодняшний день функционирует по всему миру. То есть, куда бы я ни приехал, ну, например, вот братья приехали, да, они ощутили, что
Вот здесь мы как дома, да, вот, ну, это наша семья. У меня то же самое. Я приезжаю в город, и я начинаю искать. Я прихожу в ту, в другую, в третью церковь, и потом в какой-то церкви я чувствую себя абсолютно комфортно, я чувствую, что я пришел домой, я чувствую, что это мои братья и сестры, хотя я первый раз их вижу, понимаете? У меня такое чувство, что я знаю их тысячи лет. Мы входим в общение, они узнают, кто я такой, предоставляют мне слово, я там говорю, проповедую, несу служение, хотя они меня видят первый раз. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот это тело Христово, и оно сегодня, оно несет служение по всему лику земли. И мне это очень нравится. Мне нравится то, что на самом деле тело Христа, оно служит постоянно, для него не нужно какого-то отдыха. И у нас есть церковь Побратим, это Одесская народная церковь, и мы за ней наблюдаем. Конечно, им уже там около 100 лет, да, там у них уже это 4-5 поколение служителей. Нашей церкви всего лишь 5 лет. Так было бы даже неразумно сравнивать. У них уже это просто уже какие-то наработки. Они подают какой-то пример. Они известны по всему городу. Да? Они проводят такие благотворительные вечера. Они могут за один день накормить более 1000 детей-сирот на какой-то центральной площади. Они посещают стариков, инвалидов, пенсионеров, которые не могут выйти уже из своей квартиры. Они несут им одежду, они несут им пищу. Это хорошо? Да, это прекрасно. Ну, в том плане, что... А кто еще, если не мы? Мы к этому призваны. Мы призваны к тому, чтобы делать какие-то добрые дела с целью донести до человека Евангелие, да, о том, что Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы твоя душа была спасена. И они это делают. Для меня это очень хороший пример. Я говорю о том, что вот, это уже церковь, она более зрелая, она выросла, и она уже несет служение не раз в неделю. Они уже несут служение и в понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу. И это для меня критерий. Для меня это какая-то определенная такая цель. Я знаю, что придет время, и наша церковь нам не будет удовлетворяться о том, что, у нас уже служение по вторникам, у нас уже служение по четвергам, у нас служение по пятницам, у нас уже служение по субботам. Все чаще и чаще проводятся семинары, и уже люди смотрят, что-то мы уже, нормально, хорошо, да, это служение Иисуса Христа. Потому что его служение, это многоразличие благодати Божией, так написано в Евангелии. То есть это настолько разнообразное служение, настолько прекрасное, и оно на добро, оно для реализации благодати Иисуса Христа, для того, чтобы его истина была донесена до каждого. Так, Оля, ты будешь говорить сегодня? И я уже закончил, я хотел пригласить сестру Олю, она тоже хотела сегодня засвидетельствовать, поэтому давайте мы поприветствуем нашу сестру Аллилуйя. Еще одно свидетельство. Добрый день, дорогая церковь. После свидетельства Эдуарда я вспомнила, как меня как-то сравнили девочку с ресничками. Вот, наверное, мое свидетельство, оно будет таким же, возможно, не совсем. Очень сложно сравнивать, но это то, что я пережила. Я думаю, что если Бог побуждает, значит, есть какая-то польза. Мы были в Милане несколько дней последних, и мы думали, будет все как обычно, но, оказывается, без приключений у нас не произошло. Уже несколько дней, период такой, я прочитала одну книгу, где написано, что чтобы узнать лучше себя, спросите о хороших и плохих сторонах со стороны. И я долго не решалась, и выбрала я одного авторитетного человека для себя и говорю, скажите, что во мне не так? И мне сказали, Оль, да ты совершенна, и в этом твой косяк. Я так долго размышляла, думала, ё-моё, пытаешься двигаться к совершенству, улучшаешься, а это, оказывается, твой косяк. Потом слушаю Джойс Майер, и она говорит, если вы получаете обличение, радуйтесь. Бог любит, наказывает только тех, которых любит. И вопрос накажет не то, что там ремнем по одному месту, а именно наказ, то есть учит. И вот когда мы собирались ехать в Милан, у меня внутри голос сидел и говорил, сейчас я тебя поучу, начнется обучение, учить. Думаю, все, надо готовиться. И вот представьте такую ситуацию, мы едем всю ночь в автобусе. Понятное дело, там мы не спим, с утра у нас самолет. И вот мы приехали в новый город. И мы сняли квартиру, шикарную такую квартиру, тоже Бог усмотрел, на четверых. Но нас ехало трое.
И то есть один человек, который мы, мой тоже партнер, мы, ну, я ее лично не знаю, но вот нашелся четвертый, как бы, да. И она говорит: хорошо, я приеду, тоже она сама с Италии, женщина в возрасте. И мы как бы договорились, что мы будем жить вместе, но мы не договорились конкретно, где мы встретимся. Условно это был автовокзал. И вот мы едем на этот автовокзал, а у нее недоступно. И мы... И тут мы получаем смс от хозяйки, которая говорит, что я вас тут уже жду, но все это через переводчик, так коряво, непонятно, я вас 8 часов жду. И, ну, как бы складывается ситуация, что нам надо быстрее, быстрее. И мы эту женщину, понятное дело, мы не, ну, мы, она не поднимает, нам надо как бы вроде ехать, в попыхах быстренько покупаем билет. Но Бог, он чудесен, по дороге нам попадается человек, женщина русскоговорящая, и буквально за доли секунды Саша успевает ей проповедовать, и она кается. И мы такие счастливые, аллилуйя, слава Богу, проезжаем свою остановку. Все спим, мы, ну ничего, сейчас перейдем вот там, да, и повернемся одну остановку. И вот мы такие поднимаемся, какие-то мужики вообще, откуда они вылезли, мы даже не поняли, с какими-то этими аппаратами, шух-шух, паспорта, мы паспорта даем, деньги плати. Какие деньги? Короче, мы там все проснулись, поняли, что мы попали на штраф. Оказалось, разобрали, что мы проехали одну остановку, выехали за черту города, и нужно было другой билет. И мы, короче, вдруг мы стали понимать итальянский, английский. Я вообще подумала, что нам надо было по 300 долларов, евро заплатить. Думаю, ого, съездили. Но в итоге сейчас нам, каждому, Милан должен по 365 тысяч евро. Потому что мы в него посеяли по 36,5. И когда мы уже отдавали, мне прям Дух Святой, прям, ну, я вот молилась и получила в духе, что ты сеешь в урбанизацию этого города. И я помню Сашины слова Шарича: Господи, ну для чего же это было? Для чего так это нужно было? Мы, короче, вернулись, и вы не представляете, приключения не закончились. Та женщина нам звонит и говорит, что, говорит, я спустилась в метро, спросить, как вам доехать в квартиру, и у нее вытянули кошелек. И говорит, я жду этих. Милицию называла как-то, как карбериеров. И мы такие, и я тут понимаю, думаю, Господи, нам Бог дал благословение, мы его не дождались, сами попали, ее тоже обокрали. И мы ходим, уже молимся, и я думаю, надо ей позвонить. Я ей звоню уже, я с ней разговариваю. Я говорю, вы верите? Говорит, да я тут уже молюсь. Я говорю, давайте вместе помолимся. Она произносит молитву покаяния. Я думаю, Господи, сейчас она развернется и домой уедет, да? А мы же ее ждем, она же как бы приехала с нами на мероприятие. Короче, она тоже покаялась. Очень такая интересная женщина, такая общительная, активная. И она знает итальянский. Ну и все, она с нами была везде, и этот итальянский нам давала. На первый день на мероприятии вот у нас вот у всех, у каждого было вот в сердце, вот почему так произошло, вот что за косяки, вот казалось бы, что-то происходит, все не так, как и планировал, все не так, как ожидали. У Саши температура там 39, ну, он лежит, он не может встать. И мы все такие в непонятках, уже как бы типа проснулись, но все равно очень уставшие, идем на первый день на мероприятие, и на первом мероприятии я слышу смирение. Выходят основатели нашей компании, уже успешные люди, там очень много всего делают для мира, и взрослые уже много чего видели, и они говорят о смирении. Думаю, вот опять оно, смирение. Выходит их сын, он стратегический директор, очень амбициозный молодой человек, 36 лет, вот так вот ходит, пальцем показывает, вот такие у нас товарообороты, вот так вот мы будем номер один, там то, все. Говорит, ребята, а теперь давайте запишем видео для всего мира с нашего большого события, там 8 тысяч людей в стадионе собралось, и он так переворачивается с камеры, ла-ла-ла-ла-ла-ла, там... Говорит, ой, простите, говорит, я так речь долго готовил, давайте заново.
я такая сижу, и если вот Скотт Льюис вот так вот на камеру опростоволосился, то значит даже вот люди, как бы имея такой вес, успех и в целом занимая такую должность, они, оказывается, несовершенны. И как он так легко, быстро вышел с этого положения, и я сижу такая, да, все одинаковые. И опять же, потом, когда уже второй, третий день мероприятия, и опять же я получаю от Бога откровение, когда Он говорит, вот там, где не получается, я работаю. Поэтому иди вперед, двигайся, развивайся. И мало того, что нам Милан остался должен, так еще я об одном только пожалела. Ну, такой город красивый. Всем советую хотя бы на денечек со своими детьми. Очень красивый город. Высоченные такие, вытянутые двери везде, вот эти косяки, башни. И вот мы об одном мы пожалели, что мы церковь в Милане не нашли. Представляете, какой вот там бы был бы... Ну, интересно познакомиться, кто там в этих церквях находится, как они там ведут. Вот мы с Сашей были в Москве, в церкви тоже в большой, под впечатлением остались, так и здесь. Поэтому я для себя поняла, что каждое мероприятие, надо в новый город, нужно обязательно заскочить в Дом Божий. Потому что там вот эта вот атмосфера города, я 100% уверена, что церковь большое-большое влияние оказывает именно на атмосферу. Так вот, несмотря на то, что там воруют, штрафы с нас трясли, я верю, что Божьи города в Европе есть. Давайте помолимся. Кому не хватает смирения? Я думаю, что таких мало, наверное, в зале. И хочу, чтобы это все у нас, все эти семена, они дали хороший плод. Аллилуйя, Господь. Спасибо тебе, всемогущий Бог, за то, что ты открываешь, Господь, нам глаза на каждый день, Господь. Ты наказываешь нас, потому что ты любишь нас, ты учишь нас, ты показываешь нам те места, где нам нужно двигаться вперед, несмотря ни на что. И утверждать, Господь, Слово Твое Божие, что мы все можем в укрепляющем Иисусе Христе. Спасибо Тебе, Господи, что Ты сказал, смиренным Ты даешь благодать, что гордым Ты противишься, что каждый из нас, Господь, занимает ту роль, которую Ты нам предназначил. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя, что пусть я буду девочкой с ресничками, но это моя роль. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, что Ты доверяешь нам делать то, что мы делаем. Слава Тебе, Иисус. Слава. Пусть все, что ненужное, оно будет уничтожено в наших сердцах. А все, что Твоя воля, Господь, пусть оно даст добрый плод. Мы доверяем Тебе, мы верим Тебе и провозглашаем, что кровь Иисуса Христа умыла нас, и всякая гордыня непотребная, она во имя Иисуса Христа уходит и не возвращается. Во имя Иисуса Христа. Аминь.